селе Рудево второй год подряд ведутся активные работы по очистке местного водоема. В прошлом году плотину своими силами расчищали местные жители, а уже в этом году за дело взялись профессионалы. Благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел» в прошлом году водный объект вошел в губернаторскую программу «100 прудов и озер» и будет очищен совсем скоро. Уже сейчас подрядная организация очистила водоем от технического мусора и поваленных деревьев. В скором времени работы должны начаться на воде. После этого мы приступим к работе уже непосредственно в воде. На работу будет сюда привезена техника. Это будет боцман М для расчистки именно самого водоема от водорослей, ряски и всего тому подобного. Вот. После этого мы приступим к чистовым работам, которые все будут включать вывоз всего мусора, который у нас накопится с водоема, и мелких остатков опиленных деревьев и всего остального. Для работ пока что используется погрузчик и измельчитель веток. В скором времени на плотине появится понтонный экскаватор, который поможет заметно уменьшить количество ряски и другой сорной растительности. Местным жителям такие перемены по душе. Ой, мы очень рады, мы это долго ждали, и поэтому с удовольствием наблюдаем, как ребята трудятся и благоустраивают наше родное село Орудьево. Будем надеяться на то, что до конца доведут эти все работы, и что мы сможем и купаться, и загорать на берегах нашей плотины и нашего села Орудьево. И приятно очень, что запустили белых лебедей, так что очень-очень все хорошо, замечательно. Огромное-огромное спасибо всем инициаторам. Работы на плотине подрядчик рассчитывает завершить в начале августа. Поэтому у жителей останется целый месяц лета, чтобы насладиться отдыхом возле благоустроенного водоема, за состоянием которого они в дальнейшем обязательно будут следить. Кстати, с недавних пор плотиной наслаждаются не только местные жители, но и пара прекрасных белых лебедей и множество уток, которых запустили в водоем сами орудьевцы. Они же соорудили для пернатых плавучие домики. Активность местных жителей позволила им добиться расчистки своего водоема. Последовать примеру орудьевцев могут в любом населенном пункте округа. Скоро на портале «Добродел» стартует голосование по определению 60 прудов и озер, которые войдут в губернаторскую программу на следующий год. Стать одним из водоемов, который будет очищен в 2022 году, может и водный объект вашего населенного пункта.